В Уфе завершилось первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет. Чемпионом в командном зачете стала сборная российская команда. Свою лепту в победу внесли и спортсмены из Карачаева-Черкесии, выиграв 9 медалей различного достоинства, 3 из которых золотые. Победителем весовой категории 85 килограммов стал 17-летний Ринат Бастанов. Чемпиона по приезду домой чествовали родственники и друзья, тренеры и также знакомые. Алла Качеева подробнее. Для жителей многонациональной Карачаево-Черкесии спорт и здоровый образ жизни – неприходящая мода, а стиль жизни, который передается из поколения в поколение. История нашей республики сохранила имена легендарных борцов Карачая прошлых веков, славившихся своей силой и виртуозным ведением схваток. 17-летний Ринат Бастанов продолжает традиции предков, активно занимается спортом. Я начал заниматься вообще с первого класса. Первым меня направил мой старший брат Бастанов Радмир. Первым же я начал ходить в спортшколу «Олимпик». Как могу сказать, первые 2-3 класса ходил чисто для здоровья, для своего физического состояния. После чего уже с класса 6-7 уже начал заниматься профессионально дзюдо, потом постепенно и самбо, и борьбой на поясах. Древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке, очень близок молодому спортсмену. Ринату Бастанову уже хорошо известны слагаемые успеха. Это желание и упорный труд. По моему мнению, человек должен обладать прежде всего дисциплиной, целеустремленностью. Все эти качества мне прививали с детства мои тренера Бочуров Филял, Айбазов Амид и мой старший брат Бастанов Ратмир. И результат не заставил себя долго ждать. Свое мастерство, навыки и силу Ринат Бастанов продемонстрировал на первенстве мира по борьбе на поясах в Уфе. Это замечательное событие привлекло к участию более 200 спортсменов до 17 лет из 16 стран. В составе сборной России весовой категории 85 килограммов Ринат доказал на ковре свое превосходство и выиграл золотую медаль. Тем самым прославил свой род, народ, малую и большую родину. На соревнованиях мне пришлось бороться с представителем Казахстана, Узбекистана. Также самое сложное, могу сказать, схватка – это была полуфинальная с представителем Ирана. И финальная со своим с человеком из нашей страны, с которым боролся уже в финале чемпионата России. Успех заключается в труде, уверен известный спортсмен, а ныне и тренер спортивной школы «Олимпик» Пилял Байчуров. На соревнованиях всему тренерскому составу выразили благодарность за старание и стремление к совершенству и большой вклад в развитие борьбы на поясах. Все наши ребята, вот на первенстве России из 10 весовых категорий 9 золота забрали Карачаево-Черкесия и 2 вторых места. И в составе сборной России на первенстве мира участвовала с Карачаево-Черкесии 12 спортсменов. И завоевано на первенстве мира 9 медалей. Из этих 9 медалей, 6 медалей – это спортсмены с Олимпика. В честь молодого и перспективного чемпиона род Бастановых устроил курмалык. Собравшиеся поблагодарили тренеров за труд, а Ринату Бастанову пожелали дальнейших ярких побед. Алла Качиева, Зумрад Халкечева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.